Второй день недели искусств Art Week Kakan 2022 полон различных арт-событий. Напомним, что организаторы целой серии мероприятий в рамках регионального проекта ИОНЕТ. Галерея Бонуфактум при поддержке генерального партнера Швейцарского бюро по сотрудничеству посольства Швейцарии в Узбекистане, а также Хакимята Коканда, Коканского государственного музея-заповедника и городского музыкально-драматического театра Коканда. Одно из таких мероприятий – невероятный концерт невероятного ансамбля «Амнибус». Уникального в своем роде. Слушаем и наслаждаемся. И колоритные, интересные и самобытные. По словам самих коканцев, в эти дни в городе настоящий праздник искусства. Такой глубокий, такой продуманный. Следите за событиями недели искусства вместе с нами.